чем будет заключаться сотрудничество? Потому что город Южный на протяжении многих лет заключал договоры с разными городами, но кроме торжественных вот моментов, это в принципе для города особо ничем не заканчивается. Что вы видите конкретного, что можно было бы сделать вместе с Южным, кроме просто каких-то торжественных моментов, передачи опыта и так далее? Нет, не слышно, слушайте, мы правим первую крачку там-то. Они говорят, что пока они сделали только первый шаг к этому сотрудничеству. Най-скоро предстои участие на състава, който ни хия днес в фестивалът България в сърцето. Отправихме покана вече за участие към тях. Първи шаг – это они приглашают для участия наших коллективов к себе на фестиваль, потому что и город славен этим направлением. А какви ще бъдат другите проекти за сътрудничество между двата града? Въпрос на още срещи, които предстоят. Другие направления сътрудничества наших городов, это время будущего, они их будут рассматривать. Сейчас они приглашают наши коллективы для участия в их фестивале, для того, чтобы мы набрались опытом, потому что я уже как начальник отдела культуры сюда вступаю, потому что мы тоже хотим видеть наш город, город фестивалей.